закончилась первая неделя наших мастер-классов, начинается вторая неделя. Эта неделя у нас будет посвящена птичкам. Почему она будет посвящена птичкам? Потому что 1 апреля у нас будет день птиц. И поэтому каждый день мы будем делать какую-нибудь птичку. Также присылайте свои фотографии, потом мы будем определять победителей в следующий понедельник. А сегодня мы будем делать вот такого вот красивого павлинчика. Это аппликация с использованием элементов пластилинографии. Что нам для этого понадобится? Белый картон, разноцветная бумага, пластилин. И я еще использовала вот такие украшения. Если у вас их нет, птичку можно украсить просто пластилином. Так, ну что ж, начнем. У меня есть вот такой вот кусочек картона, на котором я нарисовала павлинчика. Голову и тело. Мы это вырезаем аккуратненько. Ножницами пользуемся аккуратно. Так, павлинчика я вырезала. Дальше я прикладываю павлинчика вот так вот, вот этой стороны поверну, на картон посерединке и обвожу его. Это для того, чтобы было понятно, куда клеить перышки хвоста. Вот так вот я его обвела. Дальше у меня нарезаны уже кусочки разноцветной бумаги. Я их поделю на две кучки. И из них надо будет вырезать перышки в виде капельки, но снизу ее не заострять. Вот таким вот образом. И вот эти я тоже кучку вырезаю. Так, дальше. Вот здесь вот сверху, где у вас закругленная часть, мы накручиваем это на карандаш. Накрутили, подержали. Вот так вот у вас получилось. И вторую кучку тоже так же. Так, она мне очень большая, я ее тоже поделю на две кучки, чтобы лучше накрутилась. Так, подержали. Закрутился хвостик. Подержали. Закрутился хвостик. Что мы теперь делаем? Мы приклеиваем с помощью клея хвостик к нашей заготовке. Клеить мы начинаем прям вот отсюда и вот так вот по кругу. Потом сверху мы приклеим нашего павлинчика. Так, клей. Я забыла клей. Сейчас я его возьму быстренько. Так, вот он наш клей. Я пользуюсь карандашом, очень удобно. Так, и что мы делаем? Мажем и приклеиваем. Можно намазать саму заготовку, так даже удобнее будет. Сразу намазать заготовку и потом просто прикладывать перышки от хвостика. Вот так вот просто мы их прикладываем. Смотрите, чтобы рядом не было одинаковых цветов. Вот так. Вот так вот они у меня приклеились. Теперь у меня еще осталось несколько перышек. Мы их сделаем вторым слоем, немножко пониже предыдущих. Так, вот так. Мы их клеим немножко пониже. Смотрим, чтобы цвета не повторялись, чтобы рядом не было одинаковых цветов. Так, ну одно перышко у меня осталось, оно у меня ни туда, ни сюда. Вот такой красивый хвостик получился. Что мы делаем дальше? Дальше мы берем нашу заготовочку и начинаем ее заклеивать пластилином.
Так, голова у павлинчика у меня будет желтая. Размазываю желтый пластилин по голове. Так, размазываем. У меня получилось вот так. Дальше надо выделить клювик. Я его выделю оранжевым цветом. На клювик я приклеиваю оранжевый пластилин. Так, вот такой клювик у нас получился. Дальше я делаю глазки. Это надо взять кружочек белого пластилина. И сверху на него приклеить маленький-маленький кружочек черного пластилина. Глазик у меня готов. Так, этот павлинчик у меня зеленого цвета, а этот я сделаю фиолетового. Размазываю фиолетовый цвет по павлинчику. Так, уже почти готово. На улице сейчас солнышко, поэтому пластилин можно положить на окно. Он очень хорошо растает и будет размазываться очень хорошо и быстро. Так, вот такой у меня получился павлинчик. Вот такой павлинчик получился. Дальше мы его приклеиваем к нашему хвостику. Мажем хвостик. Серединки и прикладываем сюда нашего павлинчика. Дальше павлинчика можно украсить. Украсить вы можете, как вам нравится. Если у вас нет таких украшений, используйте пластилин. Пластилином тоже очень можно сделать много красивых всяких украшений. Я использую эти украшения сейчас уже до конца. И у нас получился вот такой павлинчик. И не хватает ему ножек. Ножки я делаю из оранжевого пластилина. Катаю два одинаковых шарика. И просто их приклеиваю снизу. Получились у нас вот такие павлинчики. Делайте поделки вместе с нами, а свои фотографии скидывайте под этим видео в группе ВКонтакте. Всем пока!